Хаюшки, всем я Квас, и мы с вами играем в Watch Dogs 2. Так, что у нас сегодня? Я планирую сегодня таки добраться до... Эй, фу. Забирай его. Я планирую добраться сегодня до... В смысле? Ага. До этого кибердрайва, то есть кибердрайвера, точнее, так. Кибердрайв это, по-моему, в этом был. Saints Row. У них там все было такое интересное. Вот. Так что сейчас погоняем. Я примерно понял, что нужно делать. Вспомнил вообще, как это все делается. Надеюсь, получится. Так. Без звука, конечно, в смысле без музыки, конечно, вообще печально все это играется. Вот. Поэтому попробую побольше поговорить. Так, хорошо. О, тихо, братан. Так. Блин, классный трамвай едет. Мне нравится так. Под старину такие сделанные. Погнали. Так. Так. Ну давай. Так. Так. В общем, сейчас мы это дело прогоним. Если она особенная, мне нужна будет, например, Джимми Нелли Шайер. Это у нас все и так мы все видели, поэтому спокойненько сейчас бежим. И забираем тачку. Ну, максимально спокойно сейчас мы это сделаем. Так. Тут у нас столько коповских машин. Давай сразу залезем. Так, давай. Вертолет. Нормально тут все. Так. Донос на предателя. Разбейтесь. Тихо. Сейчас что-то будет. И у мини-секурити.
Так. Ух, гранату как кидает-то, посмотри. Блин, двойное как-то. Всем лечь. Тихо. Погоди, дам тебе описание. А кто уходит? Непонятно все это. Вообще жесть какая-то. Отлично. О-о-о, детка. Хорошо так как. Так, там у нас еще одни копы приперлись. Ух, шесть какая. Да уж, да уж. Че, вы уезжаете, ребят? Отлично. Так, прежде чем туда пойти, давайте посмотрим немножко карту. В общем, надо где-нибудь так зашкириться классненько, чтобы никто не мешал. Обычно под этими, под мостами самое то. Так, поехали. Попытка номер два такая, серьезная. В прошлый раз, конечно, был тоже две попытки. Даю питание. Тест системы. Класс! Погнали! Всем постам, преследуем угнанный со студии автомобиль. Призываю вертушку. Вижу бег. Сейчас у нас будет описание объекта. Ты чувствуешь жажду? Жажда скорости! О, что-то я тут заехал. Так. Нехорошо это. У вас нет прав доступа к управлению. Да, я сам дам себе права. Рэнч, слышишь? Она говорит. Это перехват. Не прицелиться, меняем позицию. Не видим объект.
Что-нибудь типа такое. Бля, ну как так-то? Ваше лицо слишком темное для сенсоров. Что? Да, я негр, сука. Пусть твои сенсоры это учтут. Я не знаю, что такое негр. Нет, разумеется. На поиски подозреваемых отправлен патруль пробирателей. Чё-то нихера не получается, ребята. Ну ладно, ща я ещё чётко попробую. И не высовывайте руки и ноги из тачки. Не расплескай мозги, Дивон. Вместе мы порвем эти улицы. Стоп, это что, была реплика из фильма? Рэнч, ты слышишь? Я умная тачка с нитро-впрыском. Да иди ты в жопу. Ты сказал, машина цитировала фильм? Да. Так круто! Ой, господи. Что-то сегодня как-то не так. Как остаться-то, если они за мной едут? Они же за мной едут. Какая от них спрячусь-то? Да иди в жопу. Ёпта. Ты что творишь? Прижаться к обочине! Цель скрылась. Попытаемся засечь. Ищем. Нельзя дать ему уйти. Сука, хули ты сюда приехал-то, пидорас? Чё приехал сюда, непонятно вообще. Съеби, мудак. Бля. На поиски подозреваемого отправлен патруль. Отправляем одну машину на поиски. Иди нахер. Просто съебите, ребята. Просто съебите. Продолжаем поиск. Он рядом. Нет меня здесь. Поняли, сучки. Готово. Гони в гараж. Понял вас. Гони в гараж. Сука. Всю машину раздолбали, пидорасы. Я Дивон фон Дивон, и я... Ты не Дивон. Дивон фон Дивон, красавчик и крутой. Ты не он.
О, да ладно. Я круче чувака с именем Фон Дивон. У вас там что, вообще черных нет? Мои создатели предусмотрели все. Походу, не совсем. Да уж. Сучки. Это было жестко, конечно. Не люблю я эти гонки, потому что они какие-то очень странные. С другой стороны, это показывает то, что хотя бы в игре полиция работает как надо. Так, ладно. $500, нормально. Блин, это тачка просто чудо. Ну, респект Галилею, что вывели бабла на это фуфло. Фуфло? Ты хоть слышал? Нет. Ладно, распознавание голоса. Ну, конечно, скрипты еще можно подправить, но она осмысленно отвечает. Знаете, сколько над этим надо пахать? Галилей говорил об обучении машин для полета на Марс, но... Такого прорыва я никак не ожидал. Что? О, черт. А я знал. Я не хочу, чтобы ты водил меня, Маркус. Ты не такой крутой, как Дивон Фон Дивон. Я знал, что она не умная, а хитрожопая. Ух ты! Навехонькая блестит. Так она вообще не отвечала? Ну, а... Это ответ? Блин, иди ты нахер, нахер! Она создана для автономного управления. Но она даже не откалибрована. Толковая, но недостаточно. Не фуфел. Вот, о чем я и говорю. Позитив? Просто тупая. И это наш план? Обойти Галилею и починить ее? А что? Да нет, сделаем. Да. Странные тут, конечно, люди. Так. Так, полетаем. Ага, их тут двое. Тоже трое. А я тут при чем? Пусть тебя обыскивает. Так, хорошо, ладно. Давай смотреть карту, что нам нужно-то? Кибердрайвер. Так. Вот, с вещами на выход. Давай вот тут посмотрим. Дерзкая какая машина. Да что за херня? Так. Интересно, чем все-таки сюжет-то закончится у нас? Потому что пока... Ну да, надо нагнуть опять Блюм, там все дела. Но, по-моему, мы это делали в прошлый раз. То есть, в принципе, ничего не меняется. Хакеры, как обычно, против глобализации. Другой вопрос, что без этой глобализации они бы тут ничего не смогли сделать. Вот как бы вот да. Оп.
Так. Да, машинка, конечно, так себе. Ну, просто это чуточку быстрее, чем просто зайти в телефон там. Кстати, смотри-ка, там что-то еще есть. Поговорить. Ну давай поговорим. О, 80-е. Извините. Да, 54 бакса, это, конечно. Эй, ретро, чё как? Всё путём, как сам. Хотел с братом встретиться, но он не пришёл. Кажется, у нас есть кое-что для Дэдсек. Да ты что? Слушай. Он уже много лет берет травку у Шу. Подружился там с парой ребят. Слышал, что они с братвой задумали сбывать кое-что вместе. Думаю, тут Дэдсек нечего им предложить. Не наркоту. Они хотят продавать людей. Ага, это все меняет. С чего мне начать? Я пришлю адрес, где зависают Шу. А там уже спросишь. Угу. Я тут узнал о вечеринке у китайцев и братвы. Почему ты так хочешь разозлить сразу две группы убийц? Я мститель, их все любят. На самом деле мнения о них противоречивы. Не у фолловеров Дэдсек. Мы портим жизнь плохим ребятам, мы получаем подписчиков. Все просто. Звучит логично. Наведусь к Шу и узнаю, что они задумали. Доступна новая операция «Тени». Уф. Так... Угу. Ну, естественно. Давай запускай тараканчика. Тихо. Так. Квадрокоптер вернулся назад. Как это романтично. Прям Карлсон вернулся назад. Так. Так, я в системе наблюдения Фармингтонс. Осталось только найти точку входа в сеть. Класс. Хорошо. Я уже сам тянулся к эскейпу. Хорошо. Твою же мать! Иди... Фармингтон пользовались софтом Блюм. Продолжай. Они прогоняли данные своих работников через их алгоритм. Угадай, за какое слово увольняли. Так мило. Мы молодцы. Они увольняли наших сторонников? Надо им помочь. Не только сторонников. Всех, кто даже просто интересовался нами. Я пойду в головной офис. Попробую отправить компенсацию всем, кого уволили. Так. А, вы видите? Я про постеры хотел сказать. Почти стрит-арт. Круто. Это и есть стрит-арт. Ну, не знаю. Никогда стрит-артом не занимался. Будешь моим учеником.
Я вышлю координаты. Если взломаешь, встретимся там. Зашибись. Мне еще вот этого не хватало. Для полноты. Ну? О. Вот. О, понесся, понесся. Давай, чувак. Не останавливайся. Я верю в тебя. Давай. Беги. Так, отлично. У нас... Сколько? 1030-то есть? Эй. Так, хорошо. Давай смотреть. Так, сюда. Премия творчества, конец империи, понятно, кибердрайвер. С вещами на выход. Ну, мы с вещами на выход все еще проходим. Сюда так вот. Ставим. Кибердрайвер успел попортить мне немного жизни. Помощь нужна? Жесть. Да зачем тебе копы, чувак? Так, смотрим. Ага. Их тут двое. И было у них... 4 сына. Это просто жестко было. Просто жестко убийство, ребята. Так, ну смотри, тут у нас можно было так пройти, втихую, так сказать. А можно и так. Так. Немного кофе. Так, секунду, ребята. А, все нормально. Времени еще полно. Не, вот это вот с машинами это хорошо. Сколько мы их тут надавили-то. CTOS. Я проник в головной офис Farmingtons. Попробую взломать систему и перетасовать бабло. Давай, порадуй меня. Фарм. О, ты какой пушистик. А больше нигде ничего.
Так. Машинка. Хорошие выходные бывшим сотрудникам обеспечены. Я отправил всем по 10 кусков. Бухгалтеры же это заметят? Непременно. Но я перевел деньги с подставного счета, так что они и пикнуть не посмеют. Учитесь, ребятки. Блин, Маркус, нам за тобой не угнаться. Отлично. Прошли еще как одно дополнение, получается. Нам осталось-то. Так, хорошо. Так, понятненько. Что у нас такое тени? 9000 фолловеров, что-то херня какая-то. А здесь 8000 фолловеров. Ну, даже не знаю. Пошли посмотрим. О, тем более тут близко. Так. Ух ты! Воу! Воу-воу-воу. Опять отвлекся на мобильник. Никогда так не делайте. Никогда. Воу-воу-воу. Вот куда надо было еще заезжать. Ну ладно. Ну, я в и нажимаю. Ага, вон она. Там все жестко. Так. Легко они их перестреляли, однако. Въезд где-то здесь должен быть, как я понимаю. Далековато стрелять. Так. Ну, всякое бывает. Пригодится. Так, погоди-ка. О, нет, у нас всего один. Взлом вертолетов надо.
А, еще вот это нужно. Ёксель-моксель. Ладно. Общее отвлечение. Слом город, понятно. Где у нас? Надо ботнета прокачивать. Вот это вот дело. Чтобы было вообще максимум. Так, встречаться с Ренчем. Отлично. Сейчас встретимся. Получим новый уровень. Прокачаем ботнет свой. И можно будет на этом пока немножко приостановиться. Так. Оп. Хорошая, однако, машина. Так. Ну, по крайней мере, все лучше, чем минивэн. Минивэн — это вообще жопа какая-то. Хакер любит челлендж. Это шлиф, конечно. Так, ладно, заводим. Вот так. Ага. Ну, это как раз та машина, на которой ездил тот, как он, Dead Killer, или как его там зовут, с которым мы пересеклись в позапрошлой серии. Ну, так, нормально. Давай, Маркус, прыгай, малыш, водичка теплая. Ты готов? Я даже завидую. О, да. Ну, все готово. На старт. Внимание. Как я не люблю это. Шут для разгона. Знаешь, что нам двигателя. Назад, детки. Я вам не швейная машинка. Так. Ну, какая-то она вообще никакая, честно говоря. Внимание! Мы исследуем машину. Соответствует описанию кибертачки. Повторяю. Ну, блин. Хуё. Джордж, там нет водителя.
Джордж, тебе пора к окулисту. Уже мне в жопу. Тачки нет водителя. По всему городу. Разумеется, она привлекла толпу. Возможно, это маркетинговый ход. Реклама будущей премьеры Кибердрайвер. Жестко. Мы смогли поближе рассмотреть эту машину, пока она ездила по городу. И кажется, мне нет водителя. Она же кибердрайвер, она же не человека-драйвер. Полиция преследует... Стоп! Что это? Мы видим на машине логотип. Написано «Детсек». Вообще ништяк! Привет, ребята. А ну тормози! Даже интересно, по кому они будут стрелять. По колесам только, если. Не стоило Галилею связываться со студией. Это ничего, знаешь почему? Нет, Ситара, скажи. Найдем уязвимость и жахнем по ней. В смысле потеряли? Тормози! Повторяю! Тормози! Да, вот это жопа. Жестко. Теперь еще и машина разбита. Зашибись, блин. Если это было бы год GTA Online, сначала пришлось бы за нее очень много платить. С тех пор просто шкалит. Отличная цель. Да, но... Правда? Разве нет? Нет, согласен, цифры же, но... Не знаю. Что дальше? Если серьезно. Медь выше. Да, я как раз об этом. Да уж. Ты смотришь? Знаю. Печаль как тюбком. Канал для самых убогих, да? Да, они. Черт. Ты посмотри на них. Даже брендом обзавелись. Я следил за ними с тех пор, как они влезли к нам на сервер. Твою мать, не ори мне в ухо! Используй внутренний голос. В любом случае, все уже практически готово. У нас есть умение Зулу. На случай, если вдруг дойдет до сопутствующих потерь. Будут молчать. Интересно. Ну-ка-сь-ка. Рыцарь дорог. Отлично. У нас новый уровень. И еще немножечко... Для второго. Так, смотри-ка. Можно туда слетать. Маркус, ублюдки из Нью-Дон заблокировали наш ролик. Поверить не могу. Ну, я могу. Лучшая Джимми Сиска. Но... Только не это. Так что мы делать-то будем? Как будет время, приходи в Хакерспейс. Придумаем, как им за это отомстить. Ладно.
Тихо. Тихо. О. Как-то только походу наша машинка может справляться с этим. Новая раскраска для джемпера. Так, Б. Так, давай смотреть, разработка. Ну, мы прокачиваем ботнет, да, Жеш? Осталось 3. А на 3 тут ничего и не купишь. Как-то... А вот, можно что сделать. Шоковые грены. Странная шоковая граната, конечно. Так, ну ладно. Все, ребята, давайте на этом закончим. Эй, Маркус, так, хочу что, указать. Опять? Мне понравится? Ну, скажем, 30 к 1, что нет. Тогда лучше мне разобраться. До встречи. Хаум на пороге. Так, ладненько, все. На этом теперь точно заканчиваем. В следующий раз продолжим. У нас с вами столько заданий. Причем основных. Электрокарты. Ну так. Много-много. Это хорошо. Маркус, сеть фолловеров растет. Теперь мы сила. Можешь собой гордиться. Это ведь ты все начала. У нас были какие-то идеи, но ты превратила DeadSec в настоящее движение. Кругом твои рисунки, твои слоганы. Ты знаменитость. Спасибо, Маркус. Но не надо забывать, ради чего все это. Дело не в рисунках. Я хочу, чтобы люди открыли глаза, чтобы проснулись. Они дрыхли слишком долго. Дай им время. Ну, все. Все. До следующего раза, пакета.